Турецкая фабрика «Осена Текстиль» приступила к строительству в Тараклии швейной фабрики. Через год она откроет в городе около 500 рабочих мест. Рядом с фабрикой будет построен детский сад из 4 групп для детей сотрудников. Вся фабрика имеет 5370 квадратов, только фабрика. Кроме фабрики здесь будет еще магазин на 120 квадратов и открытые площадки для отдыха. Ну, такие навесы. Значит, мы сейчас ведем земляные работы, выполняем, вытаскиваем грунт на глубину до 2 метров, который он слабенький, просадочный, потом будем обратно его завозить и укатывать. Срок строительства объекта по документам 14 месяцев, мы планируем его построить где-то за 12 месяцев. Предприятие «Осена Текстиль» с турецким капиталом открыло производство на территории Гагаузии в 2001 году. Головной офис компании находится в Чедерлунге, а филиалы фабрики действуют в Кангазе, Казаклии и Капчаке. Предприятие «Осена Текстиль» шьет одежду для мировых брендов. Большая часть продукции ориентирована на экспорт.